Здравствуйте! В эфире канала ГРТ «Предвыборные дебаты». Меня зовут Екатерина Михайлова. 5 ноября жителям Гагаузии предстоит сделать серьезный выбор – определить будущее своего родного села или города. Кандидаты в примары из всех 20 населенных пунктов Гагаузии вправе принять участие в дебатах, тем самым заявить о себе и своей предвыборной платформе в прямом эфире ГРТ. Дебаты на телеканале проходят ежедневно в 18 часов и 20.00. Сегодня на 20 часов приглашен кандидат в примары села Русская Киселия Георгий Господинов. Он выдвигается на выборы от политической партии «Шанс». И также, как в селе Котовском, является единственным кандидатом в примары. По причине состояния здоровья Георгий Господинов не сможет принять участие в сегодняшних дебатах. Очередной выпуск предвыборных дебатов на канале ГРТ – пройдет на следующей неделе. С графиком проведения дебатов можно ознакомиться на официальном сайте общественного канала ГРТ. Их трансляции доступны на нашем YouTube-канале и Facebook. До встречи на канале ГРТ.